Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами снова я, Сергей Кузнецов. Итак, я в этом видео хочу поговорить с вами о дальнейшем развитии компании NL International, о дальнейшем развитии бизнеса. Наступила осень. И осенью, как правило, у нас в компании происходит одно грандиозное мероприятие. Лучшие менеджеры собираются где-то вместе на неделю и проходит обучение и такая тусовка совместно. В этом году школа президента проходит в Марокко. И, как правило, на таких мероприятиях обсуждается тактика и стратегия работы на следующий год. Люди делятся опытом, вместе отдыхают, то есть сплачиваются совместно с коллективом. Это такая наша внутренняя тусовка. И, как правило, на таких мероприятиях компания всегда делает какие-то сюрпризы. В этом году были все шокированы. Целых 8 новых вкусов выходит в продажу с ноября месяца. Итак, 8 вкусов. Это и дыня, это и Irish Cream, это и латте, ну и некоторые другие. Это будет более новая, усовершенствованная версия. Она не заменяет Energy Diet обычный. Да? Это Energy Diet Smart. Smart переводится как умная пища, умный Energy Diet. То есть это мобильная версия. Очень удобно она будет расфасована в пакетиках. Очень удобно брать с собой куда-то в дорогу. Вот. Этот пакетик взяли, вы развели, быстро перекусили, вкусно, сытно, полезно. И, как правило, это еще не все сюрпризы, которые приготовила компания. На таких мероприятиях собираются люди со всей бывшей России. В этом году есть и из Прибалтики, и из Финляндии, и из других стран. И это новый ответ тем скептикам, которые до сих пор не могут поверить, что компания существует 15 лет, развивается. Давайте проанализируем. За 16-й год, что компания работает, увеличился товарооборот в сотни раз. Что же предшествовало выпуску Energy Diet Smart? Это работа нескольких десятков различных ученых, научно-исследовательских институтов. Это работа над развитием, над созданием этого продукта. И это стоит все немаловажных денег. А теперь скажите, те скептики, которые до сих пор сомневаются в том, что Energy Diet работает, будет ли компания вкладывать миллионы и миллионы долларов, или евро, или рублей, неважно, в развитие новых продуктов, если старые продукты не востребованы? Вот это самое главное. И что очень интересно, в мире и в Европе идет только самое-самое начало этого бизнеса. Так что можете приходить к нам в бизнес, мы вам поможем зарабатывать очень хорошие деньги. И все координаты есть здесь под этим видео, есть Skype, есть WhatsApp, есть Viber. Структура работает и развивается во многих странах. То есть мы умеем и знаем, как работать, как зарабатывать деньги. Так что милости просим к нам. У нас вне конкуренции продукт на мировом рынке. Потому что продуктами питания практически никто в мире не занимается по системе сетевого бизнеса. Итак, до новых встреч в эфире. С вами был Сергей Кузнецов. Следите за новостями. Всем хороших новостей, всем хороших организаций. И на следующий год, я думаю, мы со многими из вас поедем на школу президента. Поедем и будем участвовать в таких грандиозных событиях вживую. Ну и, соответственно, будем иметь все в подарок от компании NL International новые Мерседесы. Всем спасибо за внимание. Пока!